Было положено бетонное покрытие, свежая палуба настелена. Вот. Обратите внимание, пандус для инвалидов сделанный. Это было согласовано с обществом инвалидов. То есть теперь катер на радиогорку может подходить спокойно вот к левой стороне 155-го причала и принимать все категории граждан. Паромы переданы порту. Сейчас у нас идет набор экипажей. Вот. На вчера принято 14 человек. Вот. И к февралю месяцу мы планируем запускать паромы уже на линию. Единственная преграда для нас — это шторма. Все остальное, катерное сообщение у нас ведется. У нас сейчас на линии 7 катеров, то есть полностью обслуживаем все причалы пассажирские. Сегодня, значит, мы сдаем 155-й причал. Этот причал был отремонтирован морским торговым портом за свои средства, порядка миллиона. Времени ушло 4 месяца. Значит, что было сделано? По всем ГОСТам были учтены, то есть для того, чтобы безопасность жителей Севастополя, которые будут переправляться отсюда на Радиогорку, была полностью сделана. Плюс сделали, значит, доступную среду для инвалидов в свете законов президента, для того, чтобы инвалиды спокойно могли у нас садиться в катер и переправляться на северную сторону. То есть мы действуем по плану, и, значит, это очередной этап для того, чтобы жители города Севастополя почувствовали о том, что мы устраняем замечания и развиваем и транспорт, и морской, и автомобильный транспорт города Севастополя. Этот причал является сам по себе безопасным, по всем ГОСТам является. И в целях, вот я еще повторяюсь, то, что доступная среда для инвалидов, то есть в этом плане было сделано, более удобное. Он интерьер красивый, внешний, в Арбухте будет катера приходить, для того, чтобы и жители города Севастополя, и приезжие почувствовали, что у нас центр города приводится в должное состояние. Была большая работа проведена работники морского торгового порта. Отсюда было убрано старое покрытие древесины и положено новое полностью с антипропитками, чтобы пожаробезопасность была, чтобы в этом плане все сделано безопасно.